Как сообщили в акимате города Актау, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, два дня подряд временно будет перекрыта часть автомобильной дороги между монументом «Вечный огонь» и областным музыкально-драматическим театром имени Жантурина. 8 мая автомобильное движение будет закрыто с 18:00 до 20:00, 9 мая с 9 утра до 13:00 и вечером с 19:00 до 21:00.